Захожу такий, дивлюсь, стоїть куча коробок. Я не знаю, давай їх считати. Посчитав ряди, там хотів помножити, щось в мене не зразу все вийшло. Короче, реально багато. У нас стільки людей нема, що стільки коробок. Итак, вас 17. И мы очень рады снова приветствовать вас на кухне, мастер-шеф. Цього разу ми підготували для вас завдання, якого ще ніколи не було на MasterChef. Воно буде для вас не лише цікавим, але й надзвичайно корисним. І я впевнений, вам сподобається. Але спершу давайте розділимось на команди. Поїхали. Почалась гора. Да, смотрим, у нас как бы лежат уже фартушки, как бы стоят судьи. Ну, как бы было изначально видно, что как бы будет командный конкурс. Ну, глядя на столы, как бы стоят коробочки, да? Ну, как бы начинаешь понимать, коробочек слишком много для участников, как бы. Думал, что будем как бы мы раздуплять, чтобы люди находятся и искать эти ингредиенты под коробками. Ну, почему командный, как бы, это уже поставило вот такой тупичок небольшой. Мы заметили, что вы набираете себе команды по принципу «дружу, не дружу». А на кухне работают самые разные люди. Да. С разными характерами, интересами, взглядами. И все они работают на общий результат. Поэтому сегодня разделим вас на команды «мы». Спасибо! Справедливо! А чему вы так радуетесь? Справедливо будет. Справедливо будет. Хорошо. Будет вам справедливость. Есть, 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 есть. Как бы мне все равно было, с кем я буду в команде. Мне главное показать, чего я достоин, ну, как бы, что я могу сделать. Всегда же, когда там Женька или кто там, Бабочник, когда там капитан, они всегда же выбирают своих, типа, братков, ну, типа, к себе в эту команду. А тут, получается, нас как Николай рассудил. Я очень рад. Итак, участники красной команды. А, началось. Татьяна. Отлично. Я хочу в синий. Больше всего я не хотел быть в команде, конечно же, с бабой Таней. Человек такой двуликий, лицемерный, она большая лентяйка, симулянтка. Дмитрий. Дивлюсь там Татьяна, дивлюсь Анка, дивлюсь, а потім Діма, Діана. Оксана. Мене сказала, я така, думаю, капець, ще й мене взяли. І... Ой, нет. Есть, 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 есть. Значит, вона з якимись ворогами. Знаєте, я, в принципі, мені реакція не сподобалась, тому що вона зробила вид, що вона капець попала в ад. Віктор. Я согласен. Это банда у них ведет, я тебе говорю, думаю. Бабка, бабочка, ты с собой не возьми дома, не оставь, получается. Оксана с деканки тоже, ты на нервах, ты набегает, трясется. И Дима вот этот вот тоже собачий депутат. Такой, именно подобрали нас капец, как, блин, я не знаю. Ну, мне понравилось что-то. Забирайте фартуки. В нашу синю команду попали самі реальні, самі елітні, чіткі ігроки. Це був я, Злобін, Льоха, Нікіта, Ангеліна, Женечка, Іван Третяк, Віка Кушнір. В принципі, попали ті, з ким би я не хотів бути в команді. І, чесно, мені ригати хочеться до синьої команди, тих, які там були. Виберіть собі капітанів. Я ж така, секунда була такого, може мене хтось скаже, думаю, і не сама не буду казати, може мене хтось там, хто-небудь хоча б там чує, ніхто за мене і не пікнув, думаю, капець. Краснокожий, сюди. Хто буде твій вождь краснокожий? Тут чую Діма ззаді всіх такий, Тетяна, Тетяна. Тетяна, Тетяна. Єдиногласно. Єдиногласно.
Тетяна, всі сказали, що ви, так що все, мовчіть, типа. Тетяна така, ну хорошо, така, думаю, капець. Ну, в принципі, вона не дуже хотіла бути капітаном. А я що, взагалі ні? Не хочете? Ні, я не хочу. Быстро поднимайте, кто за. Тактика, которую там я выбрал, если Татьяна не справится с заданием, что были уже основания окончательные, бесповоротные того, что на тебе черный фартух, тебе пора домой. Ир, ну хотите слить, сливайте, ради бога. Я капитан, хорошо, капитан. Давай, да, ты будешь. Жека. Думаешь? Да, давай. Женька, как обычно, за маму, типа, спон там, что он не хочет или что-то он такое, это самое. Спрыгнули, короче, все, да? Чего спрыгнули? Он, Ярик, просто давно хотел уже, он мне там все на ухо упадет, там, вот, блин, когда лучшее блюдо, буду капитаном. Я говорю тебе, ну старайся обратно, а что ты? Ярик. Ты не хочешь? Будешь капитошкой? Ты, он стоит, молчит там в стороне. Говорю, ну давай, ну что ты, ну будешь капитаном сейчас, покажешь, что ты. Да? Давай. Ярик. Да, все, Ярик. Мне не понравилось то, что Брил стал капитаном. Все. Це не капітан для мене. А ми помітили, що у вас виникають проблеми не тільки з командною роботою. І є у вас деякі труднощі зі смаками. І з тим, щоб розрізняти їх, вміти розгадати, що увійшло до складу того чи іншого соусу. Тож сьогодні ви не будете готувати. Ви будете пробувати, куштувати. Але не так, як завжди. Все три года этот конкурс был индивидуальным. Каждая пробовала одно блюдо, самостоятельно принимала решение. Но в этот раз мы решили усложнить задачу. Так, куштувати страви ви будете разом і обговорювати їх теж. Але піднімати коробки буде лише один учасник команди, якого ви самі оберете. Не хвилюйтесь. Його дії ви зможете контролювати з балкону. У кожної команди буде три шанси показати себе. Три етапи. Але переможе та, яка набере більше всього балів. Правила однакові для кожного твору. Є 27 коробок. Але тільки 9 інгредієнтів під ними правильні. Мы приготовили для вас три невероятных супа. А, пойдет. Крем супа. Супы, я люблю супы. На то, чтобы отыскать 9 продуктов, которые входили в рецепт, мы дадим вам 5 минут. Нам надо будет разгадать рецепт трех супов. И что ингредиенты этих супов стоят под вот этими ящиками, 27 штуками. Один из команды остается, все остальные с балкона его контролируют. То, не то, ну ты с их помощью или сам будешь выбирать какие-то 9 ингредиентов, которые входят в этот суп. Этот суп имеет длинную историю и очень-очень популярен в Польше. Приятного аппетита! Так, давайте быстрее. А можно я с тобой попробую? Де слівки, є там сало, точно сметана. До класичного рецепту польського супу «Журек» входить понад 20 компонентів. Але 9 базових, які заховані під коробками – це часник, свинина, копчена грудинка, варені яйця, житнє борошно, смалець, житній хліб, сметана та майоран. Хто залишиться внизу? Мілан. Я вже вирішили давно. Вперше йде Мілан, і це рішення приймає Титаня, і за неї вся команда. Вони ж мені Титаня говорить, ну ти молодий, швидкий, типу, нормальний, типу, чувак. Типу. Діма сказав, не соримся з Тетяною, до чого ми її в чорний фактор. Бля, пішло. Давай, Мілан. Тихо, тихо. Тихо, тихо, закрили Витя. Рот. Рот закрили. У мене стратегія була, щоб побіжати з задніх рядів почати і двигатися вперед. И очень быстро, не зацикливаться, быстренько попробовал, открыл, посмотрел. Что это, сыр? Сыра чуть-чуть может быть, возможно. Побелый. Милан, сыр открой. Да нет. Тихо. Это что? Тихо. Оливковая вот эта штука может быть? Нет оливкового масла там. Мне кажется, есть. Есть что, откроешь? Нет, его там точно не может быть, потому что вкуса такого не было. Дальше там куриная грудка. Подбегаю, смотрю, нет, курицы там. Ну, у меня было сомнение, что может в колбаске оно быть. Но я думал, что колбаски могут быть дальше. Смалец, есть там смалец. Оставляй.
чеснок. Нет. Взбитый, мне кажется, там нет. Открывать чеснок, какие-то мысли где-то пробегали. Может быть, он там есть. Но все-таки, насколько я дурак, типа, я его и закрыл тоже чеснок. Сколько открыто уже? Два. Открываю третий ряд, смотрю яйца. Так, оп, прокинул, думал, яйца были бы заметны, в принципе, да, в супе. Думаю, нет, яиц нету, закрывайте. Мясо. Да. Нет, Мила, не закрывай. Я ему кричал, не закрывай, бо снижешь колбаски вот эти делают, а он ее взял, закрыл. То есть он команду послушал, а не меня. 3 минуты! Масло с чесноком такое, как чесночное, понял? А мне кажется, есть, оно острое. Так какое оно острое? Открой, Милан, открой. С балкона, я не помню, кто крикнул, что может быть, там для вкуса, для приправки чуть-чуть он там добавляется, типа. И как-то в этом всей суете я оставляю чесночное масло. Думаю, так, время уже поджимает. 2 минуты. Быстрее, Милан. Да, есть. Дальше. 4 есть. Хлеб. Да. Какие там хлеб? Оставляй. Вот это там хлеб. И начинается в голове, вот знаешь, типа такое, to be or not to be, fucking questions эти. И думаю, открыть, оставить то или оставить то. 1 минута. Милан, открой специи. Кукурузную муку. Открывай кукурузную муку, Милан. Тихо. Специи побольше оставляй, там специи были. 30 секунд. Орали все. Орала Бабошина, орала баба Таня со своей, ну, там она, правда, не перекрикивала всех. Вита вообще как тупо, не знаю, с лесу вышла с такими криками. Сейчас, подожди. Тихо, вот закройте. Тихо. Витя там ржет, там что-то хлопает по тем перилам. Ему смешно было просто. 3. Открой чеснок, чеснок оставь. 2. Что-нибудь открой, пожалуйста. 1. Открывай, открой, пусть будет. Стоп. Тож перевіримо, що ви тут не відкривали. Сметана. Сметана? Є там сметана. Біла. О, спасибо большое. Смалец, да. Поляки любят смалец. Била. Так, у нас сколько есть? 2? Да. Вот эта штука по-любому была. В супе оно было. Это маржорам. Там она была или нет? Это расскажите. Но это била. Было! Еще жир. Было. Точно? Точно! Да. Ой, точно, да, было. Да. Масло. Много жира. Ну, а может, обжаривали там колбаски или что-нибудь типа? Не, может, масло. Ну. Там плавало что-то жирное. Соняшниковой олеи тут не было. А, вот еще тоже тупо, ну, масло с чесноком открыли. Там тоже его нема, да? Звичайно, цього інгредієнта не було. Ну, стоїть же смалець, стоїть 2 види масла. Ну, хоч одно, один би сказав би, що закрой. Ну, таке чувство, що, знаєш, як тебе тупо бросили вот внизу, а ти сам роздупляйся. Та не... кукурузна мука. Не було її там, ребята. Кукурузна мука? Не було. А, я понял. Шинка. Шинки не було. Ай-яй-яй. Хліб. Ви відчули в супі саме цей вид хліба? Ні, такого сорту там не було. Тож, Мілане, ваш результат всього лише 4 правильних інгредієнти. Я понял, когда уже уходил, поднимался, я понял, вот это я лох реально. Вот надо было почувствовать свою там интуицию. Время пошло.
Давай, давай, Самыч. Да он такого шустрого именно включил. Коробочка первая погнала. Ребята, черный хлеб. Ну, нашу, накрывай его. Вот это вот сало. Да, 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 шинка, оставляй. Оно. Он каждую коробочку именно определенно, он ее поднимает и смотрит на балкон. Согласны ли мы с его выбором? Как? Так, вот это смалец. Смалец? Смалец свинячий. Все, оставляй, оставляй. Давай, оставляй. Беги. Смалец я сразу узнал, потому что мы сели его и постоянно. Чеснок был. Сметана, по-моему. Да, да. Сметану да. Оставляй. Сметана. Сметану оставляй. Сметана. Мука! Не-не-не-не-не. Вот, ну, вот такие продукты я поузнавал, что-то наугад открыл, что-то уже так открыл. Ну и слава богу. Эту оставить? Вот эту закрою. Все, оставляй. Все, оставляй, все, нет. Оставляй. Точно, а зелень... Стоп, время вышло. Я предполагал на семеру. Я думал, семеру мы как-то определили. Команда помогла. 100% помогла. И я сегодня с них, половина их сегодня амнистировал. Для себя, в своем сознании. Результат... Ви набрали 6 балів. А команда червоних всього лише 4. Тож лідирують сині. Я був дуже радий, що красна команда набрала менше нас голосів. Хай умовиться, все. На мгновення мені навіть показалось приємно, що я був в синій команді. Я всім простив, хто мене обідив, але все одно я зуб точу на некоторих.